Приветствую! Сегодня поговорим о проемах вентиляционных каналов, как и чем их заделать. Начинаем! В хрущевках и новостройках вентиляционные каналы оставляют желать лучшего. Чтобы их выровнять, нам потребуется кусок гипсокартона, штукатурка и руки. Перед началом работ кромки вентиляции необходимо обеспылить и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. После чего приклеить на монтажную пену или на штукатурку кусочки гипсокартона для опоры следующего листа. Затем необходимо вырезать кусок гипсокартона под размер шахты вентиляции. И затем развести штукатурку и вклеить кусок гипсокартона в шахту по плоскости стены. Наносим штукатурку на края шахты и вклеиваем кусок гипсокартона. После того, как штукатурка высохла, необходимо просверлить отверстие нужного вам диаметра. Либо вырезать обычной ножовкой по металлу квадрат нужного размера. Затем стена шпаклюется, оклеивается обоями, и можно приклеить либо вентиляционную решетку, либо установить принудительный вентилятор. Как видите, нет ничего сложного. Все получается красиво и ровно. А с вами был Андрей Цой. До встречи в новых видео.